Отношение с ним, как отношение рядового петербуржца с центральным магазином города. Я знаю этот магазин ровно с конца 50-х годов и очень переживал, что он долгое время был на ремонте. Очень рад, что он пришел опять к нам в город. Вот мои отношения такие с хозяином магазина. У меня дружеские отношения очень давно. Когда он еще был там далеко-далеко не хозяин. Видимо, поэтому вы согласились сниматься, да, в рекламе? Ну, я же рекламирую не сельскохозяйственные машины, а центральный магазин города, знаменитый Елисеевский. Я не вижу в этом ничего плохого, кроме хорошего. А что вам надо было делать? Вы среди этих людей в костюме 19 века? Да, я девочке помог справиться с пирожным, которое она не могла взять или купить, в общем, как-то так. История такая, однажды в Америке, да, приблизительно. А сценарий вы какой-то точно имеете? Нет. То есть предложили? Не предложили, я почитал. Мне это главное, мне нужно всегда от сценария, чтобы это было достойно, чтобы это не было конъюнктурно, чтобы это не было кичево, чтобы это соответствовало моей